Здравствуйте, это канал Максимадзе и Super Mario Bros. Wonder. Так, все правильно настроено, да. Окей. Super Mario Bros. Wonder, и мы продолжаем. Мы на чем вообще остановились? Куда нам дальше-то надо? Туда, да? Нет, мы там были уже, в пустыне. А нам надо в какую сторону? Ну-ка, L мне давайте. По-моему, на ту сторону надо. Туда, значит, надо нам идти. Так, здесь мы были. Там были. Так, а хрен его знает, куда надо. Я не знаю. Там были. Здесь. Долина труп, там мы были. А куда же надо-то? Что-то я немного не понял. Куда нас требуют вообще? Сюда, что ли? Блин, надо было сюда, господи ты, боже мой. Зачем я назад-то пошел? Летучий корабль, ё-моё. Если в New Super Mario Bros. Всяких он такой коричневый, деревянный был, то здесь какой-то более мрачный, я бы сказал. Но враги те же, да. Такие были и в New Super Mario Bros. В любых. Ну, кроме DS. В DS-версии кораблей не было воздушных. Так, а тут надо... А хрен с ней, короче. С монеткой с этой. Эй! Эй! Блин! Один цветок я, кстати, вот этот не взял, по-моему. Поэтому, могут вакханалию мне не дать теперь, но надеюсь, что дадут. О, хорошо. Вот это хорошо. А, вот в канале. Да не отпрыгивай от стены, пожалуйста, е-мое. И что сейчас будет, блин? А, стрелять опять будут по нам.
Ну не подвисай, ё-моё. Отлично. Семечко взяли. О, как так можно было, а? А чекпоинт-то далеко был. Как досадно, а. Блин, рискнул я что-то сильно. Да блин. Здесь как-то сложно было немного. Высота не позволяет дальше. Хорош. Это легко. Виноват тот, кто кнопку самого уничтожения эту сделал. Что же это у нас за мир такой? Меняем персонажа, кстати. Пещера голодных хрумделей. Что еще за хрумдели, ё-моё? Кто это? Кто это, блин, такие? Опа, надо взять. А, блин, все уже съели. Это что такое? Куда полить? А. Так, и как мне до них добраться? А, он застрял в трубе, ё-моё. Не, а как мне допрыгнуть до туда теперь?
приманить, что ли, как-то надо. Вот так. Блестяще! Это вход призовой уровень такой, а не бонус. Не повырап, точнее, какой-то. Ай, блин. В сообществе проколюсь, писали что-то. Осторожно! Они и тебя съедят! Так, окей. Кажется, что-то пропустили. Что-то подлагивать начало немного. Кажется, что-то пропустили. Может, его уже съели? Что-то пропустили, может, его уже съели. Что за рифмоплетство пошло? А, блин. Вахханалию мы, короче, не нашли на этом уровне, но... Да ладно. Так, снизь. Ну, у нас хватает, кстати, вполне. Сначала этот, да, играем. Вот это место. А уже потом пойдем в тот пятый мир. Посмотрим, что он из себя представляет. О, жесть какая. Блин, слушай, ты прав. А он и не гумбу может съесть тоже. Пытается, по крайней мере. Допрыгнуть бы до него еще. Ай, блин. Давай, давай. Даю, а. А, он может отбрасывать, что ли? Ну, ща. На, нафиг. Thank you.
О, даже знать не хочу. Не знаю, даже не хочу узнавать. Оу, ес! Опять в бахханалии мы не нашли, но уровень пошли. Опять рифма прёт, да. Окей, что находится у нас здесь? Блин, там еще какой-то проход дальше идет. И еще какая-то такая запертая местность. Боже ты мой, а? Жевалковые поля. Страшно о таком даже думать, что это такое, блин. Мрачный уровень. Да, и правда. Может быть, надо взять с собой? А, жаль, он эту штуку с собой... Жаль, он эту штуку с собой не возьмет. О! Хорошо. Да, страшно ему там, я вижу. Ой, а как же я буду ловить ее? А, вот так. Ой! Как-то подпрыгнуть туда. Опа. Ай, больно же. Да, вот я не очень. Хотя, кстати, в пик цветения берез ему лучше бы действительно быть. Пыльцу бы промыло. Опять вакханалии я не нашел. Может быть, ее и не было. Да, скорее всего, должна была быть, раз показывает одну из двух. Персонажи, кстати, мокрыми выглядят. Он даже может присмотреться, что из-за дождя. Там какое-то испытание значка дальше. Подлет вращения 1. В воздухе нажмите R или встряхните контроллер, чтобы слегка набрать высоту. Ага. Ну, что-то типа двойного прыжка, я бы сказал. Да не, не, но ему не хватает этого. О, хорошо. А если он
большой, то ему хватит даже побольше, наверное. Не-не-не-не-не-не. Да все равно не хватает, или что? Не, подождите, сейчас мы можем допрыгнуть до этой. Не, немножко не хватает ему. Ну, надо именно, чтобы разгон был. А разгона не хватает. Вот так. Опа, хорошо. И вот так. И не хватает немножко, я упал. Сложное место, но ничего, сейчас попробуем. Хотя когда он маленький, то ему будет наоборот труднее долететь. Правда? Уйдё! Ну да, хорошо. Но это уметь делать надо. Молодец, мы получили даже этот значок подарок. Если нужно, могу нацепить. Ну да, ну давайте испробуем. Цветочная арена, победи и проходи. Гонка с ягозой. Победи и проходи, давайте попробуем. На врагов можно напрыгивать, даже находясь под водой. Одолейте их всех. Хрен узнает. Вот это, наверное. Наверное, все хочется. Что больше нравится? Ну, могу только два что-то взять. Из четырех. Что это за табло внизу? Что оно означает? Одно из трех. Окей. А, это уровень. Один из трех. Вот три. Сейчас три. Огонь, видимо, на них не действует.
дальше то, что ты будешь делать, да? Окей, прошли это дело. Теперь попробуем гонку с Ягозой. Да, это, наверное, вход в последний мир. И на него, кстати, тоже хватает этих штук. Ну, давайте и спробуем. Хотя мне что-то кажется, что надо выбрать Йоши, например. Ну, сейчас пора и проверим. Если будет сложно, то выберем его. А, блин, что-то я их даже не заметил. Этих падл. Ой, блин! Ну, давайте другого персонажа возьмем. Покинуть уровень. Давайте возьмем Йоши, например. Что-то тут будет не так уж и легко, мне кажется. Давайте желтого. Надо же каждого попробовать. Они как бы одинаковые, но интересно всех все равно. Цвет все-таки. Гонка с Ягозой. Так. Let's go. Ай. Ну да, они как бы нам будут мешать, но они не будут нам урон наносить при этом. Спасибо, что болеете за меня, да. Опа. Не сбивайте меня, пожалуйста. Ой, догоняет, зараза. И выиграл. Еще что-то появилось. Ягоза вручила нам чудо-семечко. Соперничество переросло в дружбу, я обожаю гонки. Да какая дружба, это просто награда была такая. Какой-то... приз какой-то там наверху, что ли. Такой-то мир бонусный, что ли. Особый мир. Ты, ну надо же здесь. А что здесь вообще? Какое-то особое чувство. Не чую тут великого семечка, но тут стоит осмотреться. Ну давайте, ну ладно, давайте тут пошаримся. Хотя немножко сбивает нас это. Ого, подождите, 5 звезд?
Нифига себе, не, давайте-ка назад лучше полетим. Чё-то я пока не готов к таким испытаниям. Давайте откроем, но мне это, скорее всего, вход в последний мир. Да, это вход в последний мир. А сейчас мы идем в пятый. Рудник гриб Ниццы. Ниццы, да? Но не ссать это мы уж постараемся, но... Обратиться за помощью к Поплину. Никого здесь нет. Тут записка. Добро пожаловать, это рудники и грибницы. Где по шахтам эхом разносится веселый стук кирок? Веселый, вы хотите? Разве он бывает веселым? То есть обычно. К сожалению, тут кое-что произошло, горные работы встали. И вообще мне нужно как-то исправить, поэтому я побежал. Буду рад любой помощи. Возьмите в сундуке чудо-семечко и приходите к мосту. Очень прошу, верный Поплин. Вот беда. Дело не шуточное. Берем чудо-семечко и бегом к мосту, блин. Да, не сомневаюсь. Дайте мне семечко. Что же делать? У нас есть чудо-семечко. Ведь помочь мне решили. Друзья отправились на рудники и не вернулись. Они собирались... Самый недр за великим семечком для вас. Но в этих недрах очень опасно, я боюсь, не случилось ничего с моими друзьями. Что они не остановились перед опасностью, чтобы помочь мне спасти цветное точное королевство, значит, я не могу стоять в стороне, мы спасем их. Для начала нужно починить мост, нужно цветочных монеток. Да, сколько угодно. Ремонт дело тонкое. У меня для вас кое-что есть. Значок локатор. Что еще за значок локатор? Он помогает при поиске объектов. Если, например, искать чудо-цветок, значок будет на него реагировать. Испробуем его? Да. Давайте. Попробуем. Волшебный лес, грибы на вырост. Так, окей. Так. Труба какая-то. Ну, мечтай. Я тут, к сожалению, помочь ничем не могу. Ай, блин. Yeah.
красивого цвета. Зеленые цветы вот эти. Как же мне допрыгнуть до туда? А, я цветок так не подобрал. Обделался, дружок. Там что-то светится. О, то, что надо. Ох, Хэллоуин какой-то пошел, и почему так лагает все? О, блин, ну это усложняет, конечно, дело. Звуки какие издает, блин. Танцуют-то танцуют, только музычка не на мой вкус, извините. И хопа, хорош. Ну еще, наверное, уровень один пройдем, да закончим на этом серию. Ибо что-то... Ибо и так уже долго довольно-таки. Да. Смотрите. Мои друзья спустились в эту дыру. Там внизу три участка с руинами. Наверное, мои друзья за ними. На самом дне. Кажется, впереди предрождает путь. Кстати, потеряться в этой шахте проще простого. Так что пойду за вами, буду смотреть. Вы точно не заблудились. А что это за туманчик какой-то? Руками не трогать. Но сначала тот посмотрим уровень. А тут что-то есть? Да. А здесь? Здесь нету. Усыкин Амут. Уськин Амут, господи. Какой усыки? Здорово, давно не виделись. Сарказм, если что. А. Здорово, е-мое, а? Thank you.
Да, я знаю, как действовать надо, боже ты мой. Ай! Да. Не, локатор хорошая вещь, я, наверное, использую. А, блин. А, чё я вот так не сделаю? Что еще одна? Блин, там надо было, наверное, в ту зеленую трубу. А вернуться можно? Нет, нельзя. Ну ладно, мы этого уже не узнаем. Это что такое? Передышка, танцы пираний топунов. Ну давайте, ладно, напоследок. Про Дейзи это эти факты мне известны. Есть. Это было довольно несложно. Ладно, предлагаю на сегодня закончить. В следующей серии продолжим проходить этот мир. На сегодня все, с вас лайк, подписывайтесь на меня, эпичный видос, подписывайтесь на мой влоговый канал и вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока!